В Юргу состоялся кубок первокурсника по легкой атлетике. На соревнованиях было три вида программ с дистанциями 60, 200 и 600 метров. В состав команды входит 10 человек, независимо от пола. Каждый участник мог выступить только в одном виде программ. Я с 8 класса занимаюсь легкой атлетикой. Преподаватель по физической культуре привил мне любовь к этому виду спорта. Соревнования посвящены памяти Николая Ивановича Голубенкова, многократного чемпиона СССР и доцента кафедры спортивного совершенствования ЮРГУ. Я оцениваю свою подготовку примерно 50 на 50. Пока все не очень понятно. Буду надеяться, что хорошо просто пробегу и все. Награждение проводили выпускники Николая Ивановича Голубенкова, кандидат мастера спорта Азамат Фатахов, мастера спорта Владимир Обносов и Павел Тебеньков, а также выпускник, кандидат мастера спорта и внук Николая Ивановича Дмитрий Голубенков. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями и сладкими призами.